Всем привет! Мы вновь выбрались на воду, на Иртыш. Вода падает, вода становится чуть светлее. Решили проверить еще одни из своих точек, еще ниже от города, на значительном уже расстоянии. Попробуем, поищем хищника, судака, щуку. Возможно, окунь попадется. В общем, не переключайтесь, смотрите, как это будет. Короче, вот мы пришли на точку, которую хотели прийти. Сейчас будем пробовать искать хищника. Спиннинги у нас сегодня пока опять драгоны. Ну, с собой также взяли Версус, открыли фиш, дубну. Ну, будем думать, будем смотреть сейчас, что как. Пока начали с этих спиннингов. Так, попробуем какую-то интересную приманку поставить. Так. Начнем опять с атака. Попробуем вот такую вот. Под кингшеда. Можно будет и натуралку попробовать. Сейчас, короче, будем пробовать все. Ну, видите, какие боевые раны, это еще с насосной остались. Так, затягиваем фрикцион. Начинаем. Гнуса уже значительно меньше. Мошки так не лезут, как 2 недели назад. Так. Первый заброс пустой. Смотри, а траву все равно подтащил. Я тоже собиралась. Еще тащит. Это не есть хорошо. Спит еще? Рыб, просыпайся. Стоит ведь что-то там. Если верить телевизору. Thank you.
машина вот такая. Какой-то автобус. Это оно, может, еще есть? Ну, меньше уже. Ставились чуть-чуть выше. Начинаем искать дальше. Ветерок что-то резко поднялся. Время у нас 7 часов. А у нас уже ветер еще и какой-то неправильный. Северо-восточный. Самый худший ветер. Наталья вот имеет поклевку первую. Что-то очень и что-то даже вываживает. Микросудак. Так, смотрим. Твое мелкое может стать крупным, блядь, неожиданно. А, судачок. Вот он и стоял, светился. Вот такой вот. Опа! Такой вот судачишка. Утренний. Малыш. Тихо. Малыш. 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 Давай фоточку забацаем с твоим малышом. Давай. Сейчас, секунду. Ну, какие красивые стрекозки летают. Вон там. Да, он летает, вон он. Очень необычной красоты. Так, вот плывем. Очередной заход на косу делаем, пытаемся увидеть рыбу. Утром было много, но она не брала. Сейчас посмотрим. Прям тут одна хорошая стояла, светилась. Возможно, сейчас включится и будет брать. Уже и коряшки проверили. Одна поклевка. Одна поклевка была хорошая, даже подержал чуть-чуть, но, увы,
отклеилась рыба. Что-то тут сейчас вообще ничего нет. Все, вот сейчас ее нету здесь. Здесь стояла хорошая рыбина. Теперь она не хочет тут вообще стоять. Никакой нету, ни хорошей, ни плохой. Она тут походу ночевала, а сейчас ушла куда-то. Ну вот что-то непонятное, да? Да что-то совсем непонятное. Как-то этот раз размазал или ничего. Вот она. Вот они стоят, пожалуйста, рыбки. Будем пробовать их сейчас вылавливать. Так, бросай якорь. Поставил какую-то вот такую вот приманку, не знаю, что за. Кроус. Культур какой-то, кроус культур с глазами приклеенными. А у него талии кондор. Так. Хоба. Что-то непонятное происходит с рыбой. Сколько мы ее утром видели в структурник. Вообще не брала. А видели мы ее немало. Рельеф интересный здесь, барханы прям аж чувствуются даже на проводках. Погода пока что не совпадает совершенно. Да. Стояла жара. Сейчас очень комфортная погода. Даже при этом, при переходах прохладненько. Тут, говорит, вообще придумал, говорит, тут ходят, говорит, они плавают. Морской прикол. Ходит, говорит, Иисус по воде, говорит. Я тоже считаю, что плавает. Плавает говно. А что тогда на лодках делают, на кораблях? Если и не ходят, и не плавают. Если, например, лодка плывет, да? Ты не говоришь же, идет лодка. Прошла. Что это прошла? Это уже в прошедшем времени. Или а когда ты только видишь? Проходит. Она не проходит, она уже тоже проходит. Плывет лодка. Друзья, а как вы считаете, плывет или ходит? Пишите в комментариях, как правильнее вы бы назвали. Щуки, судаки. Нету. Идем дальше.
Давай, Наталья Владимировна, давай. Хорошая рыба? Да. Так, так, работаем. Так. Сюда выводи. Не могу. Что-то не маленькое. Хороший судак. Хороший судачар. Ух ты. Красавчик. Ты что натворила? Это я должен был поймать. Ядрен, батон. Ух! Красота. Удар был? Удар. Удар, удар. Конкретно он ее схавал, смотри. Ничего. Ё-моё. А ну погоди, лип-гриппа возьму. Где он? Подожди, там, у меня там спиннинг лежит. Ага. Сильно никто не труси. Достаем. Лип-грипп. Вставляем. Вставляем в хавало. Так. Ну вот это уже хорошенький. Это уже очень хорошенький. Схавал конкретно. Чуть-чуть. Пробился. Так, где что тебе дать? Пустогубцы. Инструмент. Инструмент. Где-то здесь. Давай я. Тихо. Ну все. Сплюнул. Ага. Вкус сказал, невкусное. Блин, задвушечный. Держи. Да, о! Да. Ой, он даже поделал. Такой типа, поснимайте меня. Сваливай, Мотцыков! За нами толпа псыков гонится! Вот плывет баржа. Походу тащит отсев. На Омск. Да, отсева, смотри сколько. Баржа с отсевом. У-у-у-у. Мощно идет. Сколько тут тонн, интересно. Ё-моё, первый окунь в этом году. Офигеть. Да. Да вообще, блин. Это уже как динозавр, да? Да, для артыша это динозавр. Для этих мест. Когда мы тут ловили последний раз. Окунец, окунец. Ё-моё. Он с поклёвкой жадный долбан. Какой у тебя вес стоит? 28. Лучше поставить. 24. Вот такой вот.
шарик. Вот смотрите, как смывает деревья в Иртыш. Под нами сейчас 4 метра. Это вот получается смыло, и они еще стоят. Так, пока не кладет. Скорее всего, скоро завалит. Вообще мы закончили на сегодня рыбалку, так как нервы наши лопнули. Клевать нифига не клюет. Короче, результат ожидаемый. С утра вот это сколько видели на первой точке рыбы. Много стояло. Видно, что хищник это был. Но оттуда удалось только взять два судачка. И то не сильно крупных. А как? Ну, один хороший, двушку Наталья взяла. Второго такого. Ну и на другой точке у меня окунь. Все. На этом вся наша рыба на сегодня. Иртыш еще мутноватый. По дну какая-то трава тащится. Так что рыбалка не очень пока на Иртыше. Что, всем пока. Всем удачи. Всем всего доброго. Смотрите. Подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Дизлайки ставьте, комментарии там хорошие, плохие, короче, можно всякую фигню пишите. Но главное, подписывайтесь. Всем пока. Thank you.